чтобы жарить яичницу, много ума не надо. Ну и вот сейчас мы будем уже взбивать яички. Естественно, это 4 яйца. 4 яйца это для такого лица, как и мое, прям самый раз, самый впритык. Яички домашние, хорошие, хозяйские, и ворочайте. Как говорится, если умеешь яичницу перевернуть, то умей ее и съесть. Ну и так вот, всем приятного аппетита. И поэтому, как бы, хочу выполнить сейчас 5:30. Скоро стемнеет, в общем, сейчас заправлю и попрем. Я уже здесь. Ё-моё. Ух, ух. Вторая пидорачка. Ух. Под снегом лед. Бляха. Покурим немножко. Куда это я попал? Менты, менты, менты. Ух ты, ух ты. А вон менты, а вон ГАИ. Ну и ладно, поехали дальше. Преодолеем. Настолько мощный двигатель, что у меня буксует сцепление. Грязный Гарри. Сейчас я его попытаюсь отсюда вытащить из плена. И пришли помогать, что ли? Я же уже на одного из вас наехал мотоциклом. Выкатил, а подножки у меня тут нету и подставить нечего. Отдай. Такие вот они вообще космические. СССР сделанная. На ней есть искра хорошая. Ее вкрутим. Ключ на старт. Пробуем. О, была вспышка. Сейчас. Я просто водрузился. То есть возобновился. Пукал и заглох.
почешешь со стороны. Козла лысого. Сейчас, погоди. Он тише стал гораздо. Ладно, все, ты успокоился, поехали. Конечно, на пень налететь мало приятного. Или вот так вот подскользнуться. Вот я и упал. Самый беспроблемный мопед. Фу-фу, чтобы не залазить, надо по дереву постучать. По рогатке моей двухствольной. Так, обтекатель поставлю, чтобы не дуло, взябло мне. Все вроде как готово. Единственное, вот щель осталась. На это, чтобы вакуумный мешок не образовывался у меня здесь. Иначе будет сопли из носа высасывать. Невский щиток такой. Вот, смотрите, у него такой профиль. Вообще вещь. Ем. Проверять и пополнять раколовки. Скользкая. Ай-яй-яй. Главное не утопить. А ну пошли отсюда. Пошли, блядь. А ну пошли. И такая тема подготовки мотоциклов под свои желания. Многие мои мотоциклы уже готовы для удовлетворения моих желаний. В основном это планеты. Они с некоторыми переделками, с некоторыми доработками. 230А. В простонародье сиська. Мотоцикл теперь может тоже дарить радость, эмоции и возможность передвигаться по бездорожью. Глушитель доработан, переделан, перенесен в угоду комфорта передвижения, потому что когда здесь на этом пятерочном двигателе стоял глушитель вот сюда, какие-то выступы на дороге, кочки, муравьиные кучи, все приводило к тому, что им можно было наткнуться и упасть.
Сейчас поедем. Составил семью, когда Филу было 3 недели от роду. Случилось это в 1949 году. Пидорас, бросил ребенка, да? Он и выразил свои переживания по этому поводу. Первую строчку песни «I remember Paris in 49».